Представьте, что ваша жизнь – это танец. Как вам кажется, какой это танец? Вальс, танго, самбо, а может, полька или даже рок-н-ролл? Он быстрый или медленный? Плавный или резкий? Спокойный или порывистый? Лирический или страстный? Вам нравится этот танец? Вам нравится его ритм, его движение? Нравится музыка, под которую вы танцуете? Этот танец гармоничен, красив? Вы хорошо его исполняете? Если танец вам не нравится, на какой бы вы хотели его поменять? Если танец нравится, что бы вы могли сделать, чтобы исполнять его лучше? Попробуйте мысленно войти в ритм того танца, который вам нравится и который вы хотели бы исполнять. Немного подвигайтесь в этом ритме. Затем попробуйте в том же ритме и под воображаемую мелодию заниматься вашими обычными делами. Общайтесь с людьми в том же ритме, делайте все так, будто танцуете. Если что-то не нравится, ищите дальше, экспериментируйте, пока не найдете гармоничный для себя танец. Заметьте, как изменились ваши мысли, чувства, настроение и восприятие мира.